Секунду, а что ты пытаешься сделать? Ну покажи. Пытался дверь открыть, отсюда ручку двинуть. Кот? Да. Да. Миса? Да. Все вышли? Доброе утро, котики. Даже Миса вышла. Доброе утро, Миса. Доброе утро, котик. Доброе холодное утро. Стоит оставить перед открытым комод. Все котики стремятся в него чуть-чуть залезть. Даже пусик запрыгнул. Чуть-чуть щелочку оставил, вот они пытаются ее открыть дальше, чтобы залезть в шкаф. Так-то места мало в комнате, я вообще во всем доме. Миса, ты чего? Места, что ли, не хватает на комоде? Толстые коты заняли. Причем там в верхнем ящике лежат только одни мои джинсы. Пока еще ничего не клала, но все равно так хочется. Пусть. Чего там у тебя? Иди сюда. Давай, давай, прыгай. Пусть. Да, молодец, хороший кот. И Миса пошла. Котики ушли, Миса пошла туда. Мис, чего там? Надо обязательно в эту полочку залезть. Мисс, чего там? Так интересно, что же в полочке? Очередная такая большая коробочка. Смотри, куда Миса залезла, пусть. Чего, ничего там интересного нет? Кумях. Да, раз мама прилегла, надо всем прийти, котикам. У меня же дом не так интересен. Да? Люблю, у меня подушечки. Ты здесь снежишься? Чем мы сладкие? Маленький урчалка.